Название острова Оаху, на котором расположился один из лучших пляжей мира, переводится как «Небесный океан». Оаху относится к Гавайям, и именно здесь расположен Ланикай-Бич. Пожалуй, один из самых красивых пляжей мира. Название можно рассматривать как говорящее. Вода здесь такого невероятного лазурного цвета, что кажется, она и правда встретилась с небом и слилась с ним. Вода прогревается до 26 градусов, а пляж отличается неветренными водами, а потому характеризуется их спокойствием. Поскольку здесь также мелководье, это позволяет спокойно отдыхать и с маленькими детьми в том числе. Пляж не пользуется популярностью среди любителей дайвинга из-за плохой видимости и отсутствия рифов. Зато пляж привлекает внимание благодаря возможности заняться каякингом, а еще он популярен среди фотографов, из-за чего здесь нередко можно встретить всемирно известных моделей. Whitehaven Beach, Queensland, Австралия. Официально признан самым фотогеничным пляжем Австралии. Является многократным победителем самых престижных конкурсов. Пляж является диким и отличается белым песком, цвет которого кажется просто нереальным. Связано это с тем, что этот редкий песок на 98% состоит из кремнезема пылевидного, благодаря чему с отсутствием примесей песок становится очень белым, чистым, а также мягким и переливающимся на солнце. Такой песок не способен сохранять тепло, из-за чего в жаркий день по нему ходить очень комфортно. Также такого рода песок отлично полирует ювелирные изделия, однако он может повредить технику. Так что посетители здесь просят быть внимательнее, используя на пляже смартфоны. Находится пляж в центре Большого барьерного рифа, на самом большом из островов Уитсандей. Его бирюзовые воды настолько прозрачные, что не составляет труда рассмотреть местных рыбок. Пляж занимает 7 километров и обладает большим количеством бухт, лагун, заливов и природных смотровых площадок. Наиболее привлекательная бухта – Hill Inlet на севере пляжа. Здесь белоснежный песок сливается с морем в часы прибоя, создавая невероятные узоры. Наблюдать природные картины лучше всего площадки Tank Point. Пляж Матира, Бора-Бора, французская Полинезия. Матира является одним из самых красивых пляжей мира. Это единственное место на Бора-Бора, где можно отдохнуть у моря бесплатно, так как это пляж общественного пользования. Приходить сюда желательно рано, чтобы успеть занять места. Матира находится в окружении лагуны, защищенной коралловыми рифами, благодаря чему вода здесь всегда теплая и спокойная. Здесь можно взять в аренду байдарки и водные лыжи, а также заниматься дайвингом. В глубине одной из лагун обитают акулы, которых даже можно покормить под присмотром инструкторов. Но самым популярным времяпрепровождением здесь является так называемая дорога скатов. Это участок лагуны, где обитает их большое количество. Пляж Анслацио, Сейшельские острова. Уникальный пляж, доступ к которому не перекрыт коралловым рифом. Длина береговой линии 400 метров. Побережье осыпано белым песком, а сам пляж окружен большими скалистыми валунами. Курорт Анслацио располагается в бухте с живописными видами, где растут густые тропические растения между пышными холмами, кокосовые пальмы и деревья такамака, под огромными листьями которых прячутся отдыхающие от лучей яркого и горячего солнца. На острове Праслен, на котором и находится пляж, живут разные виды черепах, среди которых есть и гигантские. Увидеть их несложно, поскольку они любители заплывать в бухту и выбираться на мелководье. Пляж Pink Sands, Багамские острова. По версии Forbes, розовые пески на Багамах и Карибах являются самыми живописными пляжами мира. Неудивительно, что пляж пользуется популярностью среди влюбленных парочек. Где еще им проводить время, как не на пляже с самыми настоящими розовыми песками, цвет которых является символом романтики. Такой цвет пляж имеет из-за наличия здесь простейших организмов, которые называются фораминиферы. Именно они окрашены в ярко-розовые или красные цвета. Они живут на дне рифов и под скалами, на дне океана, а во время шторма их выбрасывает на берег. Их ракушки и остатки кораллов измельчаются до мелких частичек, которые смешиваются с песком. Sun Island – остров на Лугурайду, Мальдивы. Местные прозвали это место «Цветок морей» из-за необычной формы и интересного сочетания белого песка, бирюзового моря и изумрудной зелени тропических садов. Популярностью здесь пользуется пятизвездочный отель Sun Island Resort and Spa, который в 1999 году был открыт президентом республики, а в 2016 получил премию «Ведущий эко-курорт на Мальдивах». Остров окружает огромный барьерный риф, образующий лагуну бирюзового оттенка. Риф подходит к берегу, благодаря чему за экзотическими рыбками можно наблюдать, не заходя далеко в воду. Здесь также есть возможность арендовать бунгало прямо на воде и наблюдать за красотой подводного мира прямо с порога. White Beach,
остров Баракай, Филиппины. Вайт-Бич является самым длинным и известным пляжем на острове. Здесь не только лучший песок и море, здесь также собраны все самые лучшие развлечения. Несложно догадаться, что такое название пляж получил благодаря белоснежному песку, по которому приятно ходить в любое время дня, так как он не нагревается. Для того, чтобы посетителям пляжа было удобнее ориентироваться, пляж был поделен на три части, которые нумеруются по лодочным станциям. Первая лодочная станция находится на северной части пляжа. Здесь самая широкая береговая линия, самые дорогие отели, и здесь находится местная достопримечательность Рок-Вилли. Глыба из камня высотой в 3 метра, куда можно подняться по ступенькам к статуе Девы Марии. Вторая лодочная станция находится по центру. Здесь сосредоточено наибольшее количество ресторанов, дискотек и баров. Здесь есть также торговый центр, рыбный рынок и агентство, где можно заказать экскурсии. Третья станция расположена ближе всего к домам местных жителей. Кэмпс Бэй. Юар. Пляж расположен на Атлантическом побережье около гор 12 апостолов, по соседству с Львиной головой и Столовой горой. Здесь может быть несколько опасно купаться с детьми, так как в Камсбэй высокая приливная волна. Сильное течение может унести к скалам, но есть возможность принимать ванны в прорубленном скалах бассейне, где менее опасно и где вода теплее. Фишка пляжа – большие валуны, расположенные как на территории, так и в воде, а также пальмы на берегу, которые завершают образ. Пляж популярен среди местных и туристов, которые любят серфинг, яхтинг и парасейлинг. Подойдет это место и начинающим. На пляже и в магазинах со спортивным оборудованием можно найти инструктора. На Кампс Бэй, однако, довольно высокие волны, поэтому к этому нужно быть готовым, как минимум морально. Район Ипанема, где и расположился пляж, является самым безопасным и самым низким уровнем преступности, несмотря на то, что является одним из самых дорогих. Пляж получил свою известность благодаря популярной песне «Garota de Ipanema», что значит «девушка из Ипанемы». Название пляжа переводится как «плохие опасные воды», и доля правды в этом есть. Местные воды довольно агрессивные и не очень подходят тем, кто хотел бы просто поплавать. Они больше подойдут любителям серфинга, причем опытным. Название, однако, произошло не совсем от характера местных волн. Когда-то большая часть района являлась собственностью бразильского предпринимателя Жозе Антонио Филио. И изначально такое название было у реки, которая протекает в штате Сан-Паулу, на родине барона, как его называют. Та местность не подходила для ловли рыб. Оттуда и произошло название, которое потом распространилось и на территории барона. Пляж Бавара, Доминикана. Все, кто однажды посещал данный пляж, утверждают, что условно побывали в рекламе шоколадного батончика Баунти. Настолько здесь все кажется райским. Помимо того, что пляж привлекает внимание белым песком и синевой воды, здесь также расположен коралловый риф, наполненный яркими красками и экзотическими обитателями. Вода здесь прозрачная, даже если вы переместитесь далеко от берега, а еще она имеет свой свежий запах, тропический. Помимо пляжного отдыха, здесь уйма и других развлечений: гидроциклы, парапланы, байдарки, дайвинг. А главный плюс пляжа – его круглогодичность. Если вам понравилось данное видео, не забудьте поставить ему лайк и обязательно подписывайтесь, если еще не сделали этого. Впереди нас ждет много всего интересного из мира путешествий.